Ты его хорошо? Привет. Привет, 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 привет. Всем привет. Всем привет, всем привет. Помахал всем, кому можно. Привет, Дарья. Так, Кира, привет. Что еще? Хай. Хай, хой. Как дела у меня? Дела у меня нормально. Неплохо дела. Вот. Ты что, не на доме? Нет, я уже все закончил, я с домом. Привет, Китар, привет. Привет, что делаешь? Сейчас к брату зашел домой. Решил немножко поболтать с вами. А ты где? Я у брата в гостях. Привет, как настроение? Настроение неплохое. Вот. Да, прямой эфир. Ну, не чуть-чуть, да, но тебя не видно будет. Вот. А, привет богучанам тоже. Скучаешь по дому 2? Да нет, не скучаю. Где находишься? У брата в гостях. А, ты хочешь вернуть Сашу? Сашу хочу ли я вернуть? Так, твое тебя не уйдет, наверное, вот так отвечу на этот вопрос. Ты в Краснодаре? Нет, я в Москве. Что-то тебе не пишет, мы с Шевой общаемся. А, далее что? Привет, привет, привет из Сибири, Сибирь тоже большой привет. Это значит, что сегодня будет прикольно в Москве. Так, брат, тоже такой высокий. Брат 1,94 м. Так, Саша Бон, ты что, понятно, с детками виделся? Ну, давно виделся. Хороший ты парень, спасибо большое. Привет, привет, привет. Всем. Спроси, там пара шлюхи. Дурак, что ли? Так. Да нет, все нормально. Витька, хороший ты парень, все у тебя будет хорошо. Я надеюсь тоже. Где ты работаешь? А, работаю в экспертизе и в баскетбол играю. А в кого вы ростом пошли? В отца. А, Цивиль Виктор, это что за номер у тебя? Почему из дома ушел? Потому что поднадоело мне. Как жена себя чувствует? Хорошо, спасибо большое. Здравствуйте, дядя Витя. Привет. Алина Коробкова. Катя, брату привет. Обязательно передам. Привет, привет. Почему ушел с Дом 2? Поднадоело, надо развитие. Хочу развиваться, а в Дом 2 я не вижу развития. Что за овечки на обоях? Это не овечки, это какие-то кустики. Брату сколько? На год младше меня, ему 30-ка. Как дела? Дела нормально. Так. Думал о чем-то нормальном поговорить. Скучно. Так. Здорово, супер. Я тоже всегда хотела быть высокой, но не получилось. Ничего страшного. Ничего страшного. Так, что я хочу? Блин, можно было бы меня усыпить на пару лет. На пару лет, да, меня усыпить. А с кем с дома общаешься? Безус. Немножко штрих. Да всех понемножку общаюсь. Почему ушел с проекта? Потому что надо развиваться дальше. Сколько мне лет? 31. Когда Шева из хаты попросил. А что? Ну, вроде Шева съезжает, а вторая, да. Сколько лет тебе? 31. А как брата зовут? Слава. В каком направлении ты хочешь развиваться? Не могу даже сказать честно, в каком направлении я хочу развиваться. Витюшка, а ты не с братом живешь, квартиру искал ты? Нет, не с братом. Ищу половинку, чтобы любил меня, как Христос человека. Виктор, жестко ты. Так. Слышь, Слава, брат. Тут тип пишет.
короче, ищу половинку, чтобы любил меня как Христос человек. Тип один пишет. Ищу половинку, чтобы любила меня как Христос человека. Нормально. Стыдно. Нормально. Как дети поживают, как зовут? Ты в НЛ? Кстати, я думаю, что я пойду в НЛ. Я очень симпатичен, спасибо большое. Сын. У меня два сына, они неплохо себя чувствуют. Спасибо большое. Открой свое дело, как Габозов. А какой Габозов дело открыл? Вернись на проект. Нет, не вернусь. Не вернусь. Знаете что? Знаете что? Я сейчас пойду и посплю, наверное, чуть-чуть. Ты сейчас работаешь? Нет, сейчас я лежу. Работаю, работаю, красавчик. Спасибо большое. Привет, Малкина. Я сейчас у брата, она в Биберево. В Биберево. Так, один, и ты же вопрос. Ну что, ты из дома? Что, давно забыл, все вспоминать. Нафиг она ему нужна. Так, тебе на проекте Пинчук нравилось? Ну так, да, прикольно было сначала. Приятных, спасибо большое. Привет, привет, привет. А инста деньгами помогает? Ну мне нет, не помогает. Сколько у тебя сейчас время? 16:43, в пятницу нельзя спать. Ну, сейчас-то пока можно. Привет, Шева с ним, Витя, ура. В смысле Шева с ним? Где живешь? Я живу на Каховской. А что, снимаешь? Ну, как сказать? Можно сказать, снимаю. Я сейчас заезжаю по орехам. Передай, пожалуйста, привет мне, Екатерина с Иркутска, привет тебе большое. Вот, мы с тобой. Гитара, с чего ты взяла, что Шева со мной? Шева, тебе не пара. Возможно. Так, в Краснодаре в каком районе жил? В районе Панорамы. Так, спасибочки, не за что. Шива, общаешься? Общаюсь. Так, не пью, не курю, здорово. Тебе нужна хорошая девушка, скромная. Да мне пока вообще девушка не нужна. Да блин, Вить, объясни, что все это жирнющая точка с Шевой. Как вы, интересно, просите меня объяснить. Пишу, типа, не нужна, говорю, фиг вам, Шева с ним. Китар, ты откуда знаешь? Привет. На Дом 2 не собираешься? Не, не собираешься, Эмир. Не собираюсь, Эмир. Нравится Егор Крид, Тимати? Но мне Black Star вообще, честно говоря, ну, я считаю, что у них довольно сильная организация. Все они там... Тимати, как предприниматель, очень хороший тип. Ну, считаю, что все грамотно делает. Творчество их? Нет, мне не очень нравится. Даже не нравится, я бы сказал. А в Иркутске ждем. Здорово, как не буду. А мне кажется, вы с Шевой были как раз та парой. Так, с Мариуполя. Понятно. Привет. Санька вчера мне сказала. Что она тебе сказала? Дева тебе не пара, ты достоин лучший. Тебе нравится Сектор Газа? Сектор Газа, ну, там одна-две песни. В детстве я слушал их матные частушки. Ну, все. Так. Шилой общаюсь. За Конора или за Хабиба? Вы знаете, я, наверное, многих огорчу, но мне хочется от Конора увидеть что-то, потому что я скучаю по некой такой красоте и эпатажности в ММА. Вот, а Конор дает такую, скажем так, искру, которую мне хочется видеть. Я надеюсь, что бой будет красивый. Победит Хабиб, буду рад. Победит Конор, тоже буду рад. Посмотрим. Кемерово, тоже большой привет. Привет, Витюша. В Питер не собираешься? Нет, в Питер не собираюсь. Привет. С Хроминой не общаюсь. Вот. Привет Сургуту большой. Вот. Так, Татарстану.
и Казани, в частности, тоже огромный привет. Ростову привет. Маринке из Минска привет большой. Приступай в НР, я тоже там попробуем. Ладно. Я не заболел, я вот как раз таки только вылечился и немножечко вялый. Целую вас, обнимаю и на связи. Давайте созвонимся.